Всем хай, ребята, вы на канале Экзи, и сегодня будем играть такую замечательную игрушку Хенгри Шарк Эволюшн, ребята, да. Предыдущий обзор у нас был по акуле Лео, да, это какой-то, даже не знаю, что это такое, но это какой-то динозавр, скорее всего, потому что на акулу это не очень, как бы, похоже. Но, ребята, мы с него поиграли, и, как бы, очень классный, очень-очень вообще четкий, так что сегодня будет следующая акулка, и это у нас, ребятки, Несси, ребята. Я даже не знаю, кто это, но это тоже похоже на... как бы... Это тоже похоже на динозавра. Здесь, кстати, есть, пишут, что Несси способна телепортироваться в разные измерения в поисках лучшей добычи. В смысле? На чем может тпхаться в натуре? Ребята, заметьте, стоит 500 тысяч, как и предыдущие. То есть Лео тоже стоил 500 тысяч, и Несси тоже 500 тысяч стоит. Так что покупаем... Покупаем, сразу же прокачаем, ребята. Все, ребятки, посмотрим, кого она может жрать. Она может жрать своих сородичей, может жрать Лео, но предыдущих. И хп у нее 650 и 14,5 метров. Так, здесь у нас было 14 и 620. Ага, то есть она немного побольше и имеет немного побольше хп. Давайте посмотрим, какие есть скины. Так, что тут для нее есть? Что это такое? Давайте просто будем вот таким скином, то есть без скина, потому что, мне кажется, так наилучше оно смотрится. Давайте вот так купим питомца. И, ребятки, будем начинать тестировать, ребят. Погнали. Сейчас посмотрим, ребят. Так. Опа, у нас снизу появилась какая-то способность, не знаю, что за способность. Ну, здесь как бы неудивительно, что она такая большая и прям большая, прям смотри, как... Она как змея какая-то, видите, то есть она капец, как змея какая-то. Ускоряется, о, как быстро она ускоряется. Сразу клетку нахер разломали и все. Послушай, на вот клетку. Посмотрим на ее способность. А ну-ка, опа. Серьезно? Она может тпхаться, ребят. Это жесть. Ну, это, ребята, имба. Это, ребята, имба. Ну, сколько сильно я смогу прыгнуть. Жесть. Просто... Я в шоке. Просто может так телепортироваться. Это вообще охеренно, вот реально. Это жесть. Это просто жесть. Ломать тоже она может. Мины кушать тоже она может. Да она все может, ребят. Это жесть. Я даже не знаю, что сказать, потому что, ну... Здесь просто можно хавать бесконечно, мне кажется. Вот кто это убьет? Вот кто? Кто ее сможет убить? Эту акулу? Да никто, ребят. Кто? Вот скажите мне. Мегалодона нету, как видите, мы его сожрали. Клетку мы разрушили. На изи просто. Нам нету равных, понимаете, ребят? Нам нету равных пока что. Опа-на. Да ну нафиг, ребята. Почему я эту рыбу не могу сожрать никогда? Почему? Она что, бессмертная, что ли? Ребята, она... Эта рыба что, действительно бессмертная? А то еще не понимаю. Я никого сжать не могу. А вот я могу. Так, я надеюсь, будет какая сильнее акула, чем я, потому что, ну, кто меня еще тогда убьет? Опа-на. Только что был мегалодон. Надо, ребят, мегалодон. Нам нужен покрупнее хищник, ребят. Опа-на.
Ого, это просто жесть. Опять эта акула. Как она меня бесит вообще? Потому что я ее никак не могу сажать, просто никак. И она еще меня отравляет или. Не-не, она меня поджигает. Через это я не могу. Опа, на эту мину. Да, эту мину я тоже могу хавать, прикольно. Так будет какая-то акула посильнее или нет? Я как бы ищу, ребят, но что-то пока что не могу отыскать. Не, в натуре будет какая-то акула посильнее, чем я. Ну, пожалуйста. Опа, нам. Не, это мегалодон, ребят. Мегалодона я могу спокойно сажать. Вы мне дайте нормальную акулу, прям такую, знаете, очень жесткую. О, как хорошо, как мне это нравится. Это жесть. Я даже не знаю, что говорить, потому что пока что акул никаких жестких таких нету, я просто жру все, все, что только движется. Ну и где акулы какие-то сильные? Я не понимаю, ребята, но, наверное, скорее всего, сейчас найду. Потому что не может быть, чтобы эта акула была на сильнейшую. Там просто есть еще сильнее акулы. Так будет какая-то акула посильнее или нет вообще? Походу у меня на сильнейшая акула. Опа. Что? Ты только что сажал. Да ну нафиг. Видели вообще, кого я только что сажал? Ребят, ну это уже читерская очень акула, потому что, ну, никто меня, пока что меня никто даже не может остановить. Я жру абсолютно все подряд. И где вы видите хотя бы одну акулу, чтобы могла меня остановить? И будет кто-то посильнее или нет? Потому что я там могу хоть и полчаса играть. Ну эта акула, конечно же, она лучше всех, потому что она поглощает все, абсолютно все она поглощает. Да я вообще заплыл. Стопе. А, я прям в конце карты, ребят. Ой, мне такого не надо. Чё? Это чё такое? Это чё такое? Что это только что было, ребят? Вы это точно видели вообще? Я сажу его или нет вообще? Наконец-то. Вы вообще видели, что только что было, ребята? Это жесть. Вот это, да. А ну-ка. Но меня что, сажать не может? Ха-ха. Не может меня сажать. Серьезно? Чё? Серьезно, не может сажать? Ха-ха. А кто это такой вообще? Похоже на Годзиллу очень сильно.
Чё, ребят, посильнее акула будет или нет? Я спрашиваю. Мне кажется, сейчас там такую акулу дадут, что просто... О, а так кого мы только что сажали вообще? Пипец. Не, в натуре будет какая-то сильнее акула, то ну... О, да, будет. Будет. Ай. Кто это? Вот кто это? Она меня хавать не может, смотрите. О, может, может. А я ее? Ну, короче, ребята, это какая-то акула, то есть... Я не знаю, кто это. Я умру, потому что я так уже много очков заработал, тем более... Серию пора заканчивать уже, так что, как видите, вот, сколько мы заработали, 5000 монет. Довольно-таки нормально, кажется мне. На предыдущий раз мы вроде 14 тысяч заработали. Опа-на, ребятки, кто у нас открылся? Ай-яй-яй. Это жесть. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите обзор следующий. Акулы, так что, ставьте лайки, ребят, подписывайтесь, вы были на канале Экзис. Всем удачи, ребятки. Всем пока-пока.